эксцентриссимо. Скучно говорить про то, как усовершенствовавшие себя до невозможности бездельницы с Рублевки взялись за своих маленьких детей. Они с 3 месяцев готовятся стать Мадоннами, Орландо Блумами и новыми Клаудиями Шифер. Учатся держаться на подиуме, не начав ходить. В детском лепете уже слышатся рэп-тексты, а первые рисунки золотых детишек сразу попадают на стол к искусствоведам. Но в Саудовской Аравии уже с детьми все в порядке, будущее обеспечено. Поэтому богачи занимаются своими домашними животными. Только объекты любви и заботы там не песики, как у Пэрис Хилтон, а экзотические животные. И людям требуется Львискас и Роялти Грин для их питомцев. Устраивают даже конкурсы красоты среди верблюдец, о чем мы недавно и узнали благодаря скандалу. Животным, как людям, оказывается, делают инъекции красоты. Вводят филлеры в губы, щеки и головы. Иногда ради победы водят верблюдец к пластическим хирургам. Для улучшения красавиц есть свой специальный конкурс в Венгрии. Допускают туда пока только людей. Девушкам приходится доказывать, что они заполучили стройные ножки или шикарный бюст не от природы. Ну а если хочется казаться натуральной, можно выбрать другое соревнование. Благо для тех, кого не постигла такая беда, как необходимость работать, есть конкурсы «Мисс Пончик», «Королева смеха» и даже «Мисс прямая осанка», где жюри оценивает рентгеновские снимки позвоночников. Эксцентриссимо.